Прыкладна 10 тысяч молодых людей при нем не будут працавать гэтым летом у складе студентских отрадов. Литерально днями стартовала усебеларуская молодевая будовля у Астраўцы. Долучились до узвядения объектов будущей АЭС у Тымлику и гродинские студенты-купаловцы. Разом с тем, больше за 30 студентских отрадов зараз активно працуют и у областным центры. Молодые люди, заняты ремонтом дорог и теплотрасс, в учебных будинках и интернатов, працуют в роли вожатых у дитячих оздоровленших летниках, занимаются прополкой сельскохозяйственных культур и рыхтуются до початку уборочной кампании. Татьяна Барановская протягнет. За место отпочинку они выбрали працу. На протягу ближайших 2 месяцев гэты молодые люди будут освоивать специфику профессии маляра и штукатура. За вызначенный термин им необходимо подрихтовать, а затем и пофарбовать прикладно 1500 квадратных метров стену и столи и еще 700 квадратных метров полу. Одразу отрымливается не во всех. Однако все тяжкости, переконывают кураторы, часовые. Кто-то быстро улавливает, кто-то медленнее, но все равно им кто-то не усвоил. Значит, им еще раз показывают, где нужно, наши специалисты еще раз даже подходят, показывают, а где-то даже оказывают помощь. У гэтым будатрадзе, які задзейнічаны ў рамонте студэнцкага інтэрната, ёсць як новички, так и бывалыя працаўнікі. Так, студэнтка Купалаўскага Александра Ільіных уже 2 год запар каманду будаўнічым атрадам. Гаворыць, што работа не складаная, аднак патрабуе адказнасці і дысцыпліны. Тых, хто добра зарекомендаваў сябе ў папярэднія гады, заўсёды ахвотна залічаюць у студэнцкія атрады, не зважаючы на стабільна вялікі конкурс. Ребята очень многие приходят подзаработать, кому-то за лет это самый такой период времени года, который нужно подзаработать к началу учебного года. И кто-то практикуется, кто-то чему-то учится. В прошлом году работали в Островце. Ну, работаем, чтобы приобрести новые навыки. Наша будущая профессия все-таки строители. Ну и новых знакомств, новые друзья. У будаўнічыя атрады бяруць не толькі тых, хто навучаецца па спецыяльнасці. Так, гэты інтэрнат прыводзіць у парадак студэнты самых розных факультэтаў Купалаўскага ўніверсітэта. Акрамя атраду будаўнічага профілю, на дадзены момант у Гроднай вобласці працуюць дзясяткі сервісных, педагагічных і сельскагаспадарчых атрадаў. На сегодняшний день заключено у нас более 50 договоров на общем количеством около 1300 рабочих мест. А на сегодняшний день уже свою деятельность осуществляют более 30 отрядов, в которых занято около 700 молодых людей. Лічбы, якія адлюстроўваюць летнюю занятасць студэнтаў у межах усёй вобласці, у разы большыя. У агульнай колькасці сёлета плануецца працаўладкаваць каля 10 тысяч маладых людзей пры Нёмане. Тым часам працоўны семестр у самым разгары, і прадстаўнікі Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі яшчэ працягваюць заключаць дагаворы з наймальнікамі, каб забяспечыць часовым працоўным месцам усіх жадаючых.